Не надо. Мне не надо, холодно уже, ветер. О, мне нравится. Ба. Ну что, ба, Алёша, ты получше посмотри. Это же на праздник куда? Подойдите, пожалуйста. Помогите что-нибудь подобрать для моего внука интеллигентное. Она старомодная. Ну как ты не понимаешь, Алёша? Вы что, ну я не знаю. Конечно, я не знаю, что молодежь носит. Но нет. Мала и очень вызывающий рисунок. Нет, я не могу. Ну что вы, ну сейчас Алёша, все же такие снимай. Маечки. Снимай, снимай, снимай. А это жаркий костюм. Снимай, Алёша. И под дождем промокнет. Да, именно, и под дождем он промокнет. Да я такой и смотреть не хочу. Тань. Алёша, не хочу и смотреть. Чё-то она короткая. Женская. Как женская? Такие носят. Не женская. Она, мне кажется, видишь, это женская. Тебе? Это унисекс. Универсальная футболка. Да, вот я согласна. Универсальная футболка. Ты ее в любое время будешь носить, сынок. И зимой, и летом. Привет, Чепушила. Ген, минутку, привет. Не занят? Видел? Новый клип. Это. Ну, знаешь, мелкий такой прикольный. Ну, ты знаешь. Тебя видел? Нет. Ты что, телек не смотришь? Смотрю. Как же ты смотришь, если говоришь, не видел? Ну, вас видел? Может, и видел. Не, ну как же? Кто видел? Кто не видел? Не знаю. Я тоже не до конца видел. Хотел у тебя узнать, какой там конец. Жаль, что ты не видел. Понятно. Но мне кажется, предыдущий круче. Прозвучали ария Игоря и ария Кончака из оперы Бородина. Сколько времени-то? Где-то полдесятого, наверное. Блин, опаздываю на стрелку. Ну, давай пока. Пока. Сыдай, Нину, ладно. Труп Гитлера хранится в сейфе КГБ. Под Кремлем нашли город, там живут барабашки с колобушками. Лужков и Жванецкий родные братья. Мой мужчина.
Я сексуальная машина. Алёша, вставай, на работу пора. Вставай, мальчик, вставай. И сахарку побольше клади в чай. Это глюкоза. Куда? Куда? Доешь. Все. Все доешь. На целый день уходишь. Вот так. Если все будет в порядке, то потом эти господа тебе все сделают. Понял? Снимайте халат, садитесь. Хорошо. Зрение какое? -6 было. Вот это плоховато. Ну ладно. Так, головой не крутить. Снимите майку. Приседайте, как в школе на физкультуре. Достаточно. Лекарства все переносите? Наверное. Вопросник. Это небольшой тест. Здесь выбираете ответ, ставите крестик. Давайте. Я не успел. Так, давайте. Чего им тут понаписали? Я же сказал ставить критики, а не слова писать. Нам можно еще раз? Да, не надо. Одевайтесь. Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте. Давно хотел с вами познакомиться. Меня зовут Павел Андреевич. Я сотрудник спецотдела Федеральной службы безопасности. Как вы, наверное, догадались, мы пришли не случайно. У нас, Алексей Викторович, к вам очень серьезный разговор. Вот вы молодой рабочий. Наверное, мало получаете. Жизнь сегодня дорогая. Масса причин для недовольства. Так? Ну, не знаю. Я так особенно много не трачу. Да чего греха таить? Мы прекрасно осведомлены о том, что основная часть населения в нашей стране сегодня живет очень плохо. Но, Алексей Викторович, скажите, тем не менее, честно, не лукавя, вы родину любите? Не спешите, подумайте. Сейчас молодежь часто бросается в разные крайности. Да? Кто-то стремится во всем копировать Запад. В одежде, в музыке, в общественных движениях. И это очень обидно, потому что Россия всегда была страной великой науки и великой культуры. У нас тоже есть и всегда было чему поучиться. Но вместо того, чтобы удивлять мир своими достижениями, многие молодые люди тратят все свое свободное время на различную чушь, да? Другая крайность. Ложно понятое чувство патриотизма.
когда молодые люди слишком радикально борются с иноземцами, как им кажется, за честь России, а на самом деле они позорят ее на весь мир. Так, все эти национал-экстремисты. Словом, мало кто из современной молодежи может похвастать тем, что он приносит своей родине пользу. Слушай, а ты никогда не задумывался, что вот именно такие простые парни, как ты, могут даже в наше время совершить во имя Родины настоящий, отважный поступок? А? Дело в том, что вы, Алексей Викторович, отобраны для участия в чрезвычайно важном и интересном эксперименте. Вы можете помочь отечественной науке. Если там с химией или с физикой что-то связанное, то я в школе с химией не очень. Если надо будет что-то разводить... Тебе ничего делать не надо. Ты испытуемый. После эксперимента у тебя больничный. 4 дня. Свободное время. Хорошие деньги. 10 000 рублей. Ты это считаешь, что ты лотерею выиграл? Ну как, Алексей Викторович, согласен? А я что, типа того, что могу отказаться? Разумеется. Это должен быть ваш абсолютно добровольный вклад в российскую науку. Соглашайся. Давай, соглашайся. Давай. Подумайте, а мы подождем. Я, в принципе, подумал. Ну что вы решили? В принципе, это интересно. Наука. Я, в принципе, согласен. Другого я от вас не ожидал. Тогда давайте оформим все соответствующие документы. После работы ты идешь по этому адресу. Здесь схема, как пройти. Пропуск я выпишу. Он даже на входе. Как проехать? Какой там? Нездяковский переулок. Нездяковский. В центре. Подожди, давай, пока. Я, в принципе, тоже в центре. Повезло тебе. Ну что, куда? Ехать куда? Прямо. Не слышу! Слышь, куда ехать-то? Слабон целлюлитный. Тебе говорю. Дурдело. Кажется, прямо. Прямо я понял. Куда потом? Эй, а! Ау! Можно попробовать направо. Направо или налево? В натуре определись, куда поворачивать. Что ты меня паришь-то? Наверное, надо было налево. Ты сказал направо. Виталь, хуль ты слушаешь этого придурка, на? Ты что, не видишь ее? Кто это такой? Он же пидор. С большой буквы П. Да ты. На улице. Куда ты нас завез? Может, кого-нибудь спросить? Кого спросить? Милиционера. Ну кого? Виталик, в натуре сбрось его нахуй. Он мне портит аппетит. Давай прыгай отсюда. Прыгай нахуй, что, не понял, что ли? Я сказал, прыгай, блядь.
вымерли из-за таких, как ты. Собачка, а не корова, так может показаться необразованному современнику. А сколько букв? Томск. Опаздываете? Задерживался. Прямо и налево. Двухзвездочный офицер. Сергей Лев. Что же вы опаздываете? Я. Олег, Едвера тоже возьми побольше, чтобы на биохимию хватило и на все остальное. Понял. Услышите сигнал, выходите.
Сядьте, посидите. Сядьте. Алексей. Вы слышите меня? Да. Как себя чувствуете? Так. Что, некоторая слабость? Да. Так. А как там себя чувствовали во время эксперимента? Хорошо. Что именно было хорошо? Алексей, что именно было хорошо? Говорите. Слабости не было? Нет. А что было? Сила. Так, еще что? Красота. Хорошо, одевайтесь, вы свободны. Послушайте, очень важно. Посмотрите на меня. Я говорю важную вещь. Если через некоторое время вы почувствуете эмоциональный дискомфорт, возможно, возникнет угнетенное состояние, не волнуйтесь. Позвоните по этому телефону. Знаете, что я сказал? Позвонить по этому телефону. Правильно. Наши психологи с вами поговорят. А приходить сюда не надо, понимаете? Сюда не надо. Идите. Алёша, вставай. Завтрак на столе. Пошли. Алёша, нельзя опаздывать на работу. Вставай, мальчик, вставай. Что происходит? Слышишь? Ты что, как маленький? Уйди. Мне говорили, рано или поздно это произойдёт. Алёша, ты что, в наркотике? Сейчас посмотрим. Смотрите, что там? Да. Алексей. Что употребляли? Так. Зрачочки-то расширены. Понятно. Мы продолжим эксперимент. Угу. Пора с этими экспериментами заканчивать, молодой человек. Ой, да. Все нормально. К вечеру оклемается. И давно вы это заметили? Только вчера. Он у меня не курил никогда. Все мальчишки курят, а он нет. Я думаю, его заставили эти, как их, наркобароны. Наркобароны? Да сами они все. Никто их не заставляет. Я читала в газете. Наркобароны. Идеалов нету современной молодежи. Вы посмотрите, что на улице происходит. Торговля и торговля. Реклама и опять торговля. Поэтому и молодежь у нас такая хлипкая.
Отсюда и проституция, и наркотики. Да, но ведь мой-то не такой. Да все они не такие. Вот ваше поколение. Крепче, сплоченнее, надежнее было. Вы войну пережили, у вас родина была. А сейчас, вот увидите, вы внука своего переживете. Ой, какие вы страшные вещи говорите. Молиться надо, чтобы так не было. Правильно. Вы читаете мои мысли. Только молиться и остается. Бог даст, выживу. А нет, увы. Медицина бессильна. Вот я вам оставлю брошюрки. Наша церковь выпускает. По вторникам и четвергам приходите к нам с внуком. У нас и молодежь, и люди постарше есть. Спасибо. Все как одна семья. Всего доброго. Спасибо вам, доктор. Всего доброго. До свидания. Алёша, что вчера произошло? Па, ты можешь стучать, прежде чем войти? Алёша, что будем делать? У нас здесь был врач. Что мы скажем на работе? Алёша! Я больничный 4 дня. Стой. Ладно, мы потом поговорим. Алёша, иди покушай. Там на кухне сосисочки. Господи, голодная уже сколько времени. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Мне... Ну, дали этот телефон, ну, по поводу эксперимента. Я вот хотел узнать... Да-да, спрашивайте. А нельзя это как-то... продолжить изучение этого всего. А что вы имеете в виду? Ну... этого эксперимента. Продолжить изучение. А, вы хотите узнать об этом эксперименте. Вы знаете, Алексей, к сожалению, это невозможно. То есть, я хотел узнать, ну... А как это все дальше будет? Меня еще позовут? Понимаете, Алексей, я ваш психолог. Обсуждать этот эксперимент разрешается только со мной. Есть что-то, что вы бы хотели сейчас обсудить? Вы чувствуете подавленность или растерянность? У вас нет такого странного чувства? Хотите об этом поговорить? Поговорить надо. Да? Рассказать кое-что. Ну ты нашел. На потом. Слушай, я тут немного занят. Может, потом, а? Можно потом. Когда ты освободишься? Давай я сам к тебе зайду. А? Ладно? Thank you.
а старший товарищ пиливает. Прикладывает пистолет, а Вольс подозновый достает, а потом выпиливаешь. Ребят постарше даже грешный барабанщик сделали. И куда мы? Мне это... туда надо. Ну все тут что-то надо. Пропуск покажи. Мне там назначили. И кто назначил? Так, на чем у нас новость? Играли мы не в ковбоя, а мы играли мы в фашистов. У нас легко заводим мы производство промотерировали. Стой! Ты куда ты пошел-то? У тебя спички есть? Нет. Ну вот. Ну, зажигалка у тебя в столе. О, нормально. Куда? Стоять! Куда пошел? Руки! Лежать! Лежать! Держи его! Неизвестный рвался к нам. Нейтрализовали. Он уж уходит. Не, ну вот, ну надо, да. Я не к тебе. Я вот у молодого человека, что купил. Он еще и пить-то не начал. Ты уже у него над душой стоишь. Совесть надо иметь? Это у тебя совести нет. Ага. Не для того я за родину сражался, чтобы ты тут пиво пил иностранное. Иди, иди, иди. Придешь через полчасика. Приду, приду, не беспокойся. Слышь, братан, пойдем вон за столик сядем, как белые люди посидим. Я редко такое пил. Обычно Балтику, там Бочкарева. А сегодня просто день такой выдался. Прикинь, 10 тысяч рублей выиграл. Че смотришь-то? Тоже что ли выиграл? Выиграл. Серьезно? Когда? Вчера. Врешь, небось? Сейчас покажу. Да ладно, верю, верю. Класс. Я вообще не часто играю. Я работаю на аппаратах игровых. Покер. Ну а играть это так. Если работаешь, лучше не играть. Так, подойду на... Вот на аппаратах работаю уже давно. Лет 5, можно сказать. И вот, что интересно. Выигрывают в основном лохи. Игроки не выигрывают, редко. А вот лохам везет. Знаешь почему? Не. Потому что это темное дело, игра. Один раз повезет, сразу думай. Зачем?
хотел уточнить как бы. Это туда никак нельзя попасть. Давайте поговорим об этом. Почему вы хотите туда попасть? Ну я это, как сказать, я просто хотел совсем уже поменять его, ну, тело. Вам не нравится ваше тело? Сколько вам лет? 24. Но вы же молодой парень. Может быть, вам самостоятельно изменить себя? Найди себе девчонку, влюбиться, увлечь ее чем-то, кроме тела. Вот, например, меня вы, Алексей, совершенно очаровали. Конечно же, вам не хватает любви, поэтому вы так и несчастны. Но как же вас любить, если вы сами себя не любите? Алексей, полюбите себя, займитесь собой. Понял. Отлично. Ну все, пока. Хорошая майка. А у тебя это, кофта, как у меня. Да нет, другая кофта. Ну чё, пойдем покажешь мне, где у тебя тут гири, тренер, да, это бицепс. Это трицепс. А долго так нужно заниматься? Всю жизнь. Взялся. Ну как? Отлично. Такого еще не видел. Я тебе как показывал? Вставай. Ну ты что, тупой? Ты что, заниматься пришел или как? Да, балет. Ну что, устал, Арнольд? Там этот, кажется, умер. Очухался. Так, забирай своего идиота, чтобы больше я вас здесь не видел. Довели. Сволочи. Да нет, какой-то больной тренер. Что, всегда так? А я не знаю. Такое было настроение хорошее. Так ты тоже первый раз? Ага. А я сначала не понял. Просто я смотрю, ты такой накачанный.
Кто? Я? Угу. Как же так накачался? Сам, что ли? Наверное. Вот полюбуйся. Уроды. Тело должно быть гибким и упругим. А это какой-то ужас. Вообще качаться это неестественно. Танцевать естественно. Так, сегодня не получится. Никак. Слушай, ты вот со мной. Кости подобные сними. Крутятся года. Лопасти. А была когда-то. И жизнь. Да теперь одни миражи. Алёша, это ты? Алёша, почему так поздно? Я не сплю всю ночь. Лекарства пью, волнуюсь. Алёша, кто там с тобой? Здравствуйте. Алёша, подойди ко мне. Ты что, выпил? Дыхни, Алёша. Я кого-нибудь их знаю? Алёша, опять? Неужели опять? Алёша, господи, какая беда! Какая беда! Святая Мадонна, спаси и сохрани моего внука. Проходите в комнату. Смотри, самолет. О, блин. Сейчас причитал ответить. Почему сюда пришли? Алёша, мне надо с тобой поговорить. Алёша, мне надо очень серьезно с тобой поговорить. Пошла в жопу. Боже мой, кто ж такое делает? Столько в тебя вложено любви. Какой был ребенок, какой был человек. Ну что стало? Господи! Не знаю, поверится мне или нет. Станы, конечно. Ну как вы? Себя чувствуете? Я знал, что вам понравится. Дикий совершенно человек.
ты расслабься. Потом найдешь, а? Ну что он ищет? Ну его спроси, что он ищет. Я почему не знаю. Бумажку какую-нибудь? Зачем? Ты, парень, что ты там ищешь, что ли? Как его зовут, ты знаешь, кто его? Ты на словах расскажи, что там было. Короче, там эксперимент был. Эксперимент? Кого? Понятно. Фотография. Черт. Фотографии надо было попросить. Сейчас я найду. А кто это такой? Как познакомился? Нашел. Смотрите, вы же хотели посмотреть. Да что за бумажки если у тебя по договору? Тут такие доказательства есть. Доказательства чего? У меня мышцы. Мышцы были. Вот. Ну, пишешь, а ты употреблял эти препараты для накачивания мышц? Как они? Стероиды. Какие стероиды? Ну такие. Нет, у меня само как бы все это. Само. Может тут и печать стоит. Ребят, послушайте, интересно рассказывает он. Дождились мусор, вот, хотел бы я знать. Забрали. Забрали? Вы же забрать не могли. Нужно выяснить. Проверить. Они же не должны были собирать. Хотя они тут и пишут, что. Ну что за мускулы? Какие-то особенные, что ли, были? Ну как? Вот такие. Осторожней. Да, добавлю. Можешь еще раз мускулы показать? Ты что, мне не веришь? А мне можно туда, где мышцы? Я тоже хочу мышцы. Все, уходите. Ну я так и знал. Пошли все вон! Чего? О, такой накачанный. Где так накачался? Мы же с тобой вместе качались. Как ты могли вместе накачаться, если ты вон какой, а я другой? Ну и что? Дотронуться до трусиков? На что будешь играть-то? На тело. Ну, играй, играй. Кажется, выиграл. Я, кажется, выиграл. Да ты не выиграл. Ты проиграл. Здравствуй. Хорошо, что ты пришел. Проходи. Здравствуйте. Вы у нас первый раз. Это же вы меня пригласили к внуку Алёше. На скорой приезжали. Ой, вы так хорошо сегодня выглядите, что не узнал. Здравствуй, Жан. Проходи. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы сегодня пришли. Здравствуйте, Валерий.
Пройдемте, я вас познакомлю со всеми братьями и сестрами. Братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание на появление у нас нашей новой сестры. Как вас зовут? Нина Ивановна. Нашей новой сестры, удивительной женщины, истинной любимицы Бога нашего. Нина Ивановна, прошу любить и жаловать. Уступите, пожалуйста, место. А сейчас перед нами выступит наш брат из Америки Павел и исполнит песню собственного сочинения «Верую в Бога». Многие люди не веруют в Бога, Господа им не понять. Им недоступна святая дорога, им не дана благодать. Божьих заветов они не читали, в церковь ходить не могли, и оттого не впитали вечные тайны земли, и оттого не впитали. Здравствуйте, Александр Абрамович. Боже мой, Боже, Боже мой, Боже. Нина Ивановна, вы какими судьбами? А меня сюда пригласили. Вот как? Дороже, чище, мудрее и добрее. А как вы? А я, как всегда, защищать. Верую в Бога, вера моя и чистая, и светла. С Богом сильнее дорога, с Богом не чувствуешь зла. С Богом светлее дорога, с Богом не чувствуешь зла. Бог, он для всех один, я так считаю. Боже мой, Боже, ты всех теплее и светлее. А ну-ка, да! Если у людей есть потребность сюда приходить, то никто не должен лишать их этой возможности. Веруйте в Бога, пусть будет вера чиста и светла. Да, я тоже так считаю. Бог, он один для всех. Только не чувствуешь зла. Как внук? Ничего, вырос. Богом не чувствуешь зла. С Богом! Привет, Чебушила! Я гляжу. Ты мне что-то хотел рассказать? Алло. А, привет, Лёша, ну как ты? Я это тут думал много. Поговорить нужно. Отлично, давай поговорим. Может, встретимся? Поговорим. Ну, вообще-то это запрещено. Да. Слушай, Лёша, мне кажется, я знаю, как тебе помочь. Ну, в общем, давай встретимся. Ой, Леша? Да. Ну что, пойдем? Леш, как настроение, как дела? Да ничего так. Леш, ну улыбнись. Посмотри на меня, я же улыбаюсь, улыбнись и ты. Улыбнись, а то я обижусь, честное слово. Ну что ты грустишь? Я к тебе прилетел, ты грустишь. Леха, знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, что ты абсолютно нерешительный и необщительный человек. И я не удивлюсь, если у тебя вообще нет друзей. Почему ты так думаешь? Ну, потому что у тебя такое лицо. Вот и тебе абсолютно не интересен тот мир, который нас окружает. Лёх, скажи, ты счастлив?
В каком смысле? Ну ты когда просыпаешься по утрам, ты чувствуешь каждая клеточка своего организма биение жизни. Ты ощущаешь радость жизни. Слушай, Леха, у меня такое ощущение, что в твоей голове лежит огромный шероховатый камень, который не дает тебе двигаться. Такое ощущение, что он придавливает тебя к земле и не дает тебе ни вздохнуть, ни пошевелить рукой, ногой. Такое ощущение, что все конечности твои умерли, обмерли. Давай, подними свою руку, давай, подними, пошевели своими пальцами. Пошевели пальцами, почувствуй их. Это же твоя рука, Леха. Возьми камень и выброси его. Теперь ты понял, Леха? Ой, Леша, это твоя комната? Да. Очень миленькая. Слушай, а эти самолетики ты сам что ли склеил? Ну да. Слушай, Леша, да ты просто талантливый парень. А у тебя есть детские фотографии? Ну какой-то здесь миленький. Слушай, Леша, а у тебя есть музыка? Есть пластинки. Заводи, будем танцевать. Леш, ну иди ко мне. Не бойся. Ну посмотри, какая я маленькая, какой ты большой. Разве я могу тебе сделать плохо? Иди ко мне и будем танцевать. Давай, обними меня, положи руки на талию. Давай, не бойся. Лёш, танцевать, двигаться под музыку, это же так здорово! Закрой глаза и расслабься. Закрой глаза. Ну вот. Почти получилось. Так, все, хватит. Леш, прости меня, пожалуйста. Я не могу. Ты знаешь, у меня есть парень. Мы с ним встречаемся. И ты знаешь, мы скоро поженимся. А просто так, с тобой, переспать с тобой, я не могу. Прости меня, пожалуйста. Ну ладно, мне пора. Лёш, ты где? Лёш, ой, ты что, не шути так. Отпусти меня, отпусти, а то я буду кричать. Замолчи, говори, что ты знаешь об этом эксперименте. Я ничего не знаю, студентка, я учусь на психфаке. Рассказывай. Я ничего не знаю, это не ИИ нам доплачивает для того, чтобы мы общались с их этими подопытными. Больной. Слушай. А расскажешь, что там было? Интересно. Все, давай. Пошла. Вы меня помните? Я приходил к вам на эксперимент позавчера с завода игрушек. Да-да. Что-то припоминаю. Я вот хотел спросить, как там? Что? Ну, удался эксперимент. В каком-то смысле слова удался. А вот там сказано в документе, что только один раз можно. Ага. Ну, может быть, можно это как-то неофициально после работы. Я вот принес.
Убери, убери. Я даже не хочу на это смотреть. Ну ты дойдешь, парень. Как тебе только это в голову пришло? Ты вообще понимаешь, где ты находишься? Я подумал, что, может быть, если не так долго, или как-то, ну, просто... Он подумал. Ладно, могу устроить на минуту. Чтобы никто... Проходи. А чё так быстро? Я же говорил, нельзя больше. Проходи. Не выйду. Я ж тебя предупреждал. Да у меня все деньги. Какие деньги? Давай отсюда. Ну чё вы говорите, ты? Отдайте мне его. Кого? Ключи ещё. Включай! Она больше не включится. Нужен доктор. Доктор? А он что, может разрешить? Не знаю, это уже ваши дела. Попробуй с ним договориться, если сможешь. Слезай с меня. Как его найти? Как его найти? На медицинском преподает у 5-го курса. Профессор Пушкарь. Профессора Пушкаря где найти можно? Он у него спроси. Извините, а Пушкаря как найти? Пушкарь? Кто же это может найти? Ну, он профессор. А, профессор Пушкарь. Да, есть такой преподаватель. Как же его можно найти? А какой это может быть курс? 5-й вроде. 5-й. 5-й можно расписание посмотреть. Расписание. Пушка. О, Пушка. Приспитывай. Дальше.
мочевой пузырь проводим катетер, который удаляется спустя 24 часа после операции. Фасциальный лоскут расположен в правильном месте и без деформаций. Да. Влагалищный этап операции завершается восстановлением слизистой влагалища отдельными ликриловыми швами. Ну вот. В общих чертах. И все. Свет включите, пожалуйста. Теперь, господа, давайте договоримся. Или вы приходите на мои лекции вовремя, или вообще не приходите. Тем более в таком виде. Ну? Давайте, давайте, давайте! Так, у нас 2 минуты. Если есть вопросы, пожалуйста, прошу. Хотел с вами поговорить. Я участвовал в эксперименте. Может, что-то вы что, еще студент? Нужно? Да нет, я просто это, ну, хотел помочь медицине там. Я не понимаю, о каком эксперименте идет речь. Ну, я... Вы где учитесь? Да нет, я не учусь, я наоборот. Я участвовал в эксперименте. Вы знаете, я в основном занимаюсь гинекологическими заболеваниями. Не знаю, чем мы можем здесь друг другу помочь. Вас кто сюда вообще направил? Это, ну, лаборант Олег Николаевич. Мне такое имя ничего не говорит. Вы знаете, боюсь, ничем не могу быть вам полезен. И у меня сейчас лекция. Лекция! Что ж ты нас подводишь, Алексей Викторович? Мы на тебя понадеялись, дали шанс отличиться. А ты что себе позволяешь? Секретные сведения сообщаешь малознакомым людям. Истерики закатываешь в государственных учреждениях. Нехорошо.
Так, ну вот эта бумага знакома? Внимательно смотри. Почерк свой знаешь? Да. О том, что все сведения, касающиеся эксперимента, являются государственной тайной, проинформирован. Содержанием статьи 283 УК РФ ознакомлен. Ты ведь писал? Помнишь? А что тебе обещает статья 283 УК РФ, помнишь? До 7 лет лишения свободы. А теперь иди домой и задумайся над своим поведением. Крепко задумайся. А мы к тебе в ближайшее время наведаемся. Не дай бог, мы тебя дома не застанем. Алёша, иди сюда. У нас в гостях Александр Абрамович. Не узнаешь? Не узнаю, ответь меня. Он нам помогал, когда у дедушки были неприятности. Наш какой вырос. А я-то ведь его вот так усеньким помню. Большой вырос. И чем же он занимается? Какие интересы? Алёш, расскажи, чем ты занимаешься? Берите конфеты, кушайте, кушайте. Благодарю, Нина Ивановна. Да, а я вот сейчас, Нина Ивановна, все больше поэтов Серебряного века стал читать. Да и на себя примеряю то, что там у них написано. Вот помните, Нина Ивановна, у Мандельштама? Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный рот, но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадет. Да, Нина Ивановна, все изменилось. Новое поколение выросло. Как там называют поколение? Next X? Да как бы ни называли, это дети, это наши дети. Небось, наркотиками балуется. Лёшка-то, Нина Ивановна. Ой, я и думать об этом боюсь. Ведь он не курил никогда. А тут мне показалось... Наркотики, конечно, плохо. А с другой стороны, эх, Нина Ивановна, завидую я им. Свободное выросло поколение. Что хотят, то читают. Любые фильмы, книги, лекции. Хочешь, делай то, хочешь все. Хочешь, иди туда, хочешь сюда. Весь мир на ладони. А мы-то ведь за каждую свободочку боролись. И продолжаем ведь бороться. КГБ-то оно ведь никуда не делось. Вот так, Нина Ивановна. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не пошатнуло шар земной, я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Так, оставайтесь на своих местах. Я сейчас. Так и есть. За ним следят. Я уверен, у меня на них нюх. Нужно хорошее платье, немного косметики, и Алексей у нас превратится в примадонну. Платье? Сейчас. Thank you.
Единственным предварительным условием должно стать прекращение как правительственного террора против населения. Вы значит правительственного. Ну а какого ты сам врубаешься? Врубаюсь, конечно, а ты что, нет? Так, террор может быть правительственный. Ну мы-то с тобой знаем, что он правительственный, предположим, да? Но может быть не террор все-таки, а как-нибудь... Террор лучше звучит, сейчас нужно бить прямыми фразами. Дорогой мой, ты собираешься этот текст нести в правительство, в комиссию, да? Так. И ты утверждаешь, что они террористы, так что? Простите. Что угодно. Война из Кремля идет, неужели ты не понимаешь? Правительство где у нас? В Кремле. Кто санкционировал войну? Что-то, правительство. Что-то спрашивает человек. Что вам угодно еще раз спросить? Как пройти к Александру, вот, который тут. Вам да. Так. Либо правительственное не то, либо террора не то. Вот это вот, вот мое что глубокое убеждение. Что ты предлагаешь? Хорошо. Пусть не правительство. Пусть военного, например, террора. Военного террора. Или военный кем санкционируется? Правительственного воздействия. Вот как бы... Речь о террора идет, убивает мирных граждан. Здравствуйте, вы Александр? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу эксперимента от Александра Абрамовича. Ага, так. Вы из Мини-6? Да нет, это Александр Абрамович. Он объяснил, что нужно так одеться. Александр Абрамович. Секундочку. Ну, потому что за мной следят. Секундочку, следят? Вот оно даже как. Так, вот это уже интересно. Я вас попрошу, пожалуйста, вот сейчас поподробнее. Возьмите, пожалуйста, стульчик. Ну там заходишь, и они включают такую штуку. Вы садитесь. Вот. То есть, если вы защищаете права с Александром Абрамовичем, то вы должны им сказать. Потому что они меня избили. Так. Это очень интересная тема. Вы знаете, это как раз то, что нам нужно. Вот мы сейчас собираемся выпускать в Норвегии... Ага, сборник по поводу этих самых экспериментов по смене пола. Так где вы говорите? Это все у нас... У меня твоя бумажка. Сейчас. Давайте попробуем проверить. Ага. Алло? Александр Абрамович, здравствуйте, да. Да. Он у меня вот сейчас как раз собирается этим заниматься. А разве это, собственно говоря, не... Так он внук. Ну, да, договорились. Да. Я понял. Тогда я так и пишу в релизе. Ага. Вот уже неделю. Продолжаются гонения, преследования внука известного диссидента А.А. Воронцова. А про эксперимент? И ты понимаешь, до чего они дошли? Это что, демократия? Я вчера писал новый стих. Покуда вертится земля, покуда есть на свете властелины. Мужчина, какая интересная у вас тема. Вы дальше что планируете? В эмиграцию? Что? Я говорю, эмиграцию планируете в Чехию, в Германию или, может быть, в Бельгию? Нет. Почему? Нет. Если вы соберетесь, у меня такие прекрасные есть контакты для вас, быстро получите статус. Кто в первом поколении, им сложнее. Кстати, а вы знаете, что по этому адресу гинекологическая больница расположена? А вы думали, наверное, что? Да нет, гинекологическая больница там напротив. А это совсем другое. Ну почему же другое? Как раз то самое. Оно, это же только с виду. Гинекологическая больница, а там же везде копнешь поглубже. Подвалы Лубянки.
подвалы. Вы извините меня, женщина. Я не могу с вами беседу поддерживать. Я знаю, водитель всегда должен беседу поддерживать. Если он хороший водитель. Я не знаю, женщина, бывают у вас такие ситуации? Женщина, конечно, реже такой ситуации. Но тоже бывает. Неприятные такие ситуации. Когда все плохо. В такой ситуации очень трудно беседу поддерживать. Как проехать? Как там? Гнездяковский. Гнездяковский переулок. Эй, мамуля! И смазоглохла. Старая! Ой, ёпта. Слышь, это ж наш старый знакомый. Вон он, ёпта. Эй! Как ты там? А? Здорово, петушок! Петух! Чё скались-то? У меня, бля, глаз намётанный на этих петрил, бля. Охуеть, в наряде, смотри, в каком, ёпта. О, распетушился, ёпта. Ну-ка, дай я ему ёбну. Вот вы скажите, вы музыку любите? У меня хорошая музыка есть. Не возражаете, если я поставлю? Алексей, а я вас ждал. Я знал, что вы придете. За вами была слежка. Но я попросил, чтобы ее сняли. Я этого не люблю. Присаживайтесь. Хотите выпить? Нет. Напрасно. А я вот выпью. У меня сегодня трудный день. Впрочем, вам-то какое дело? Вы ведь здесь по другому вопросу. Я даже знаю, что вы хотите у меня спросить. Ну? Спрашивайте. Спрашивайте. Все спрашивают. Ну, давайте. Эксперимент. Что эксперимент? Эксперимент. Ерунда. Чушь. Этот эксперимент – полная чушь. И для вас он вообще ничего не значит. Вы знаете, кто вы такой?
И вообще, кто мы все такие? Да вы хоть раз задумывались об этом всерьез? Уверен, что нет. А я вот задумываюсь порой. Так вот. Мы ничто. Пыль. Атомы. И я могу вам это научно доказать. Пыль! Ну и зачем? Ну вот зачем вы сюда пришли? В таком виде. Вам же дали денег. Гораздо больше, чем вы могли бы захотеть. Ничего плохого никто вам не сделал. А вы приходите сюда. Что-то требуете? Вы что думаете, вы один такой? Нет, вы не один такой. А мне что делать? Я врач. Я клятву дал. Не навреди. А не навредить невозможно. Что бы я с вами не стал бы делать? Раковую опухоль вырезать или там от насморка лечить? Я вообще убил бы вас на месте. Никакой разницы. Ни пользы, ни вреда. А вы знаете, что вы сами вред. Вы яд. Расплодились, как мухи, а? Гадите друг на друга. Друг друга даже не замечаете. Проку от вас нет. Впрочем, и от меня проку нет. Проку вообще нет. Вся наука разрушения. Чем больше мы в человека погружаемся, тем меньше он существует. Да и не существовал никогда. Никакой ценности из себя не представлял. Поэтому все клятвы – бред. Не актуально. Вот вы, например, знаете, как я к вам отношусь? Не знаете. И как вы ко мне относитесь, я тоже не знаю. Вы ведь живете своей жизнью, и она для вас все. Ну и правильно, хорошая жизнь. И прожить ее можно очень качественно. Любить, делать что-нибудь интересное. Музыку слушать, литературу читать, детей плодить, копать огороды. А у нас тут нет жизни. У нас тут нейтроны, протоны. Вам мельчайшие частицы. Ну и зачем вам это надо? Зачем вам это надо? Ну что ж ты молчишь, а? Мучает меня. Ой, можно туда это включить? Включить. Вы тупой. Вам когда-нибудь об этом говорили? Тупая скотина. Мне даже вас
ничуть не жаль. Вот жену было жаль. Даже после того случая. Даже когда просто ее видел. И дочку жаль. Ручки ее маленькие. Я даже не знал, какой я низкий человек с ними. Мне даже теперь их жаль, когда их нет. Когда их нет. А с вами? С вами я могу быть настоящим подлецом. И легко. Ведь это вы сделали мир подлым. Вы. Ну что ты маешь, а? Ну что тебе здесь надо? Ну, туда хочешь? Да. Да вы поймите, что это все, все ваши ощущения, все это побочные эффекты. Вообще вас не для этого туда запускают. Не для этого. Все это не имеет никакого отношения к делу. Что ж вы думаете, что я по своей, что ли, воле вас запускаю, а? Ну ты пойми, что я им должен. Что я им должен, что они меня держат, государство. Думают, что держат. Да мне плевать на них, и на тебя мне плевать. Я сам должен узнать, пойми. Я сам не могу без этого. Потому что... Я уже умер. Умер. У меня души нет. Я давно уже умер! Тут ты еще. Все. Я бы все отдал за вашу тупую жизнь. Все свои гениальные мозги, прошлое, память, ничего не надо. Взял денег и пошел, нажрался, бабу снял, на юг съездил. Хорошо. Ведь тебе же это хорошо. Ну, а что ты ждешь от этой машины? Исполнение желаний? Да ты ведь ничто, сок. Пылинка. Пылинка Вселенной. Что такое желание пылинки? Какая-нибудь тупость? Ну вот, скажи мне, по-честному, ну что там? Там тело мое. Так, твое, да? Я хочу его забрать. На совсем. Ой. Да ты вообще хоть представляешь, что там происходит? Это же ад. Натуральный. Ты на себя уже такую дозу излучения принял, что от тебя, если я эту штуку включу еще раз, вообще ничего не останется. Понял? Что, не понимаешь? Ну, если согласен, иди. Иди. Давай туда. Да ты что? Я не включу. Ты что, совсем? Эй, алло. Ты включите, пожалуйста, ну. Я не включу, я сказал. Ну, пожалуйста, ну. Никаких пожалуйста. Я же согласен. Я что не буду включать.
Согласен. Ну все, согласен, да? Ты гляди. Чтоб я тебе запустил этот твой принцип удовольствия. Да. Ну хорошо. Тогда бумажку только мне напиши для канцелярии. Для канцелярии. Все находится в нас.
наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе. Так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсациях.